как снесли? Его якобы типа того, что разобрали под реставрацию. По факту ее. Понятно. Улетел вот один. Аккуратно сейчас фотографирую. А, с ним. Аккуратно. Ту же самую наклейку, вместо того, чтобы ее простые вопросы, но тем не менее с глубоким содержанием. Сейчас, Андрей, давай. Кто купил наклейку, подходите и выиграйте еще одну.
Там жил, но не Андронов. Ну, в принципе, да, можно ее совершенно. Андронов жил у нас раз. Нет такой никакой нагрузки, как воды там спрятаны. Совершенно верно. Потоки воды и дерево. Дайте залезть. И зелененький, наверное, есть. Город Ижевск. На какой реке расположен город Ижевск? Гагарин. Отлично, приз в студию. Даже два приза придется. Да? Хорошо, хорошо. А кто хорошо знает Удмуртский? Еще раз. Один город и еще. Правильно, правильно. Ловеч и Киев. А вы сказали Киев. Одним из самых первых. Спасибо. Следующий вопрос для самых знатоков. В Москве есть необычное место. Но идея была правильная. Нет, 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 нет. В Москве. Идея была молодого человека правильная, но ответ неверный. А еще раньше, где он стоял, не этот памятник, а другой, это тот, что недавно был открыт. А вот тот памятник стоит давно. Ну, относительно, конечно. Верный ответ. Абсолютно правильный ответ. И вот вам салфетка. Ну, тут первый попал, если попадет, то вот вам беленькое стекло. Много у нас еще вопросов сегодня. Нет, по жизни. По всей дела. Правильно. Девушки приз. Девушка, мы подходим за призом. Просто рисование, живопись. Живопись. Ну раз, князь Игорь. Кто у нас еще? Кто завода носил имя Игорь? Вспоминаем, вспоминаем. Если порядок нет. Все эти названия попытались. Почему?
Владимир Ильич, следующий вопрос. Опять же по названию автомобиля. Спасибо всем. Спасибо за участие. Это только начало, друзья, это только начало. Это была первая наша экспресс-викторина. Еще такое же мероприятие у нас будет поменьше. И называется «Определи марку автомобиля по органолептическим характеристикам». То есть на ощупь. По запаху лучше. И можно по запаху. Может, определяет марку автомобиля. Так что если буквально через 5 минут мы и начнем. Так что далеко не расходимся, а пока можно просто обменяться впечатлениями. Спасибо. Конечно, владельцы автомобиля. Давайте поставим-ка самокат. Алло.
слышал такую же? Мы нальем его в мешок и соответствующим образом доедем, завершим сегодня. Дорогие друзья, перед нашим конкурсом опять-таки ценная, важная и архиполезная информация. Кто-то из наших участников утратил, понес большую утрату, а именно карту Тинькофф Блэк. К нашей барахолочке, там, где у нас продаются всякие наклеечки, и совершить донатирование путем приобретения гарантированных средств.
друзья, мы очень просим к нам сюда, на сцену нашего бессменного диджея Стаса Бабушкина. Нам сейчас нужна будет торжественная музыка, нам будут нужны фанфары, потому что нас ждет... Значит, серьезную музыку, которая нас настроит на правильный лад. Да, у меня был такой же. Я уже все, я вышел из этой касты. Я теперь это... Награда большая. Не звал, чисто по приколу. Кузьмина Андрея Львовича. Поэтому вручаем вам торжественный знак ветеран труда автомобильного завода Минска. Давай говори, я уже не могу больше. А сейчас будет самый зрелищный наш конкурс. Завязываем мы им глаза, вводим в площадку. Можно водить даже руками. Нормально, держится, Давайте сделаем так. Да? У нас будет несколько уровней, то есть это угадать вплоть до цвета. Давайте попробуем. Давайте подождите. Кто тряпкой будет глаза завязывать? Там если кто вчера сделанный, то это абсолютно чистые, стерильные, обработанные всеми. Короче, да. Еще раз. Кто не разбирается в печатке? Так, слово первое. Такая вот технология. В два раза складываем. Так, главное не запариться в конфе. Да, она тут точно будет. Но мы, смотрите, пока завязываем. Она завязана. Это покрепче сейчас вместе с волосами. Как... Дядя Витя, мы готовы. Мы завязаны. Мы завязали. Все, сегодняшнего дня больше не так. А ты куда?
Идем за мной. Смотрите, давайте не везти вместе. Или мы будем угадывать два разных автомобиля. Да. А, подожди, давай для начала возьмем. Вот, просите помощника вторую девушку. Ну, чтобы был. Ну вы там с микрофоном. Так, ну ладно, вот я один ведущий, давайте там с тобой ведущий. Давай. Так, вот у нас две команды. Так, что делаем дальше? Смотрите, берем девушку, взяли. И обращаем ее вокруг своей оси. Обращали. Еще повращали. Достаточно, достаточно. Ну еще разок вращили. Вращинули, все, прекрасно. Да. Не приобрели? Да. Угу. Вот среди, вот по всей пофу. Мы выбрали. Нет, вот там. Идем. Сейчас найдем. Вот мы сейчас оформим. Раз, раз. Не-не, да мне кажется, тут это хороший вариант. Вот. Москвичи. Куда не подойди, москвичу попадете. А, все. Щупаем, 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 щупаем. Цвет определяем. Да. Запах так пахнет. Нет, пахнет. Нет, пахнет. Подожди. Мы транслировать это вовне. Вот мы транслируем. Вот надо еще вторую пару транслировать. Фары квадратные. Ну, относительно квадратные. Вообще не круглые. Давайте я все-таки приду к вам. А какая разница? Сейчас там угадали.